Здоров, братан. Здоров, дружище. Какими веками. Надо реально до тебя ночевать, чтобы не видоса уже в фильме, короче, с репетицией так снимать. Понятно. А это не за тобой вон там машина какая стоит с собаками? У них... Ты, наверное, взрывчатку вел. Или что, самогон контрафактный. Ну, у них, видишь, дезинформация. То есть я в я на остановку дальше выхожу, короче. То есть, вот... Понятно. То есть еще удачно выскочил. Да. Понятно. Вот. С той стороны видишь никого, так что клещи не взяли, скажем так. Так, когда ты у нас обратно-то едешь? Короче, в середине апреля я буду. Ну, вот. Я надеюсь, все-таки у вас на репе, то есть это. Хорошо. И чтобы заодно и замутим какой-то проект, там все будет в темпе вальса, понятно, решаться. Конечно, конечно, все мы сделаем. Это да. Самое, короче, блин. Ну. Да, вот. Ну, передаю привет всем кременчужским рокерам, металлерам и прочим металлхедам, блин. Группа «Адовый мужик». И группа «Измена». Друзья же навеки. Живо же, товарищи. Ура. Это... Что это? Так вот у вас тут... сейчас Грачёза, короче, Грач исполняет, то есть, место Виталия Николаевича. Да. Да, ситуация, конечно, тут сегодня неприятная, блядь. В вагоне случилось убийство. И был труп в плацкарте, блядь. И поэтому вас задержали паровоз, и нам так удается мало побеседовать с тобой, Серега. Да, не выпить не это самое, я вообще как-то... Вообще, вот здесь мы просчитались, блядь. Если такое дело знать... Мы все-таки подготовились получше. Вражеские темные силы сделали ход конем, собственно говоря, короче. Ну, блин, мы все равно им наступит день, когда мы им покажем Кузькину мать. Дадим просраться как следует. Да, кстати, следите, там 29 февраля будет как раз на мою днюху Железный экспресс фестиваль в Кременчуге у нас. Мы там дадим стране угля, постараюсь, клятвенно обещаю не нажраться, собственно говоря. Больше ныря чучкой не будешь ты, да? Это происходит спонтанно. Я заметил, все ныряния самые клевые спонтанно. Ну все, друг, народ там твой отчаливает. Все, брат, тише. Давай. Давай, созвонимся, я сейчас еще позвоню, сейчас же затарюсь. Хотя ну, наши проводники стоят, я хз. Подожди, а там поверни туда, то не наш состав вообще уехал. Да ладно. Состав уехал. Прикинь, короче, нет, ты видел, короче, паровоз уехал, а мы стоим.